Коммунальные службы округа продолжают увозить снег с городских улиц и проводить противогололедную обработку пешеходных дорожек и тротуаров. Сегодня в уборке последствий непогоды было задействовано 227 единиц техники и почти 900 дворников. Напомним, за уборку дорог, где идет интенсивное движение, отвечают подрядные организации, а за участки вблизи дворовых территорий – управляющие компании. Однако вопросы к качеству работ у жителей все еще остаются, поэтому коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме. В ЖК «Новая Медведкова» работает ежедневно 56 дворников, 5 единиц техники. Для вывоза снега привлекается дополнительная техника, дополнительные люди. Снег вывозится ежедневно с территории. Места парковок, проезды, естественно, уборка затруднена, так как присутствует запаркованность. По мере того, как машины убирают, мы расчищаем проезды, парковочные места, и весь этот снег и наледь увозится специализированной организацией по вывозу снега на полигон в Мытищах, предусмотренный для снега. Напомним, в округе работает зимний штаб. Специалисты обрабатывают обращения о плохой уборке ежедневно с 6 утра до 12 часов ночи. Если у вас есть замечания, обращайтесь в мессенджеры по телефону, который вы видите на своих экранах. Ваша обратная связь поможет коммунальным службам округа лучше выполнять свою работу.